Друзья, товарищи, вот и настал час. Окей, да, в зеркале себя почти не смотрела, потому что 10 часов нас уже как бы выгоняют из дома. Еле-еле собрались. А свет, где наша Света? Это. Уф, я так и не научилась. Там где-то свет горит. В общем, это уже не важно. На славу отдохнули. Всех детей в этот раз взяли. Хай! О, клинерсы пришли, уборщицы пришли. Сегодня, значит, кто-то к ним приходит. Все? Арнукас у нас. О, окей. Дор гаража. Дверь гаража. Дверь? Дор. Все взяла. Санку оставляем. А санку оставляем. Санка нам не нужна. Через год приедем, спросим. We don't like Arnak. Арнак с собой не берем. Ему здесь понравилось. Холодно, приятно, прекрасно. Вот и остается мальчик. Бай, Арнак. Бай. Арка серьезно бай говорит. Но у них не было пульта не было, чтобы дверь закрыть. А машина в гараже. Все, положили в гараж. Мы вышли, он закрыт. Сейчас через дверь выйдет. Уф, все, я сказала. Подождите, водичку выпью. You guys abandoned me. Yes, like last time. Давай, вы меня оставили. Все. Вот теперь все на месте. В путь. Goodbye. We're starting to drive. My house. My house. My house. С домом попрощались. Солнышко сияет. Очень рада меня видеть. Наверное, я тоже рада, но утром такого солнышка не было. Кофе пили опять на диване, но зато дверь открыли на балкон. Свежий воздух вместе с кофе. И уже не помню, что было. Муж сказал, я сейчас уже начинаю торопить. А если он начинает торопить, это берегитесь. Так вот. Бензин удачно налил. Молодец. Это вам не Калифорния. Кстати, очень интересное что-то скажу. Здесь есть супермаркет, магазинчик. Мы находимся где-то на границе Калифорния и Невада штатов. И здесь налогов нету на продукты. Да? Купили на $20, платите на $20. А в Калифорнии еще 0.9% налоги платим. Люди из Калифорнии не ленятся. Приезжают из этого магазина, шопинг делают обратно в Калифорнию. Ну, находится где-то 5-6 минут от границы магазин. Бензин здесь сколько стоит? 4.50 в Калифорнии, $6, 5.89. Представляете? Автекс в Техасе 2 с чем-то стоило. Сейчас не знаю, сколько, может, повысили. Дорогие техасцы, пожалуйста, осветите, сколько стоит бензин. Мы собираемся туда. Давайте по дорогу немножко посмотрим. Очень красиво. Проходим через границу. Контрабанды у вас нету? Сигары не купили из Невады? Happy New Year to you as well. Thank you. Какой милый человек. Сказал, оставайтесь тепло, не замерзайте. И с Новым годом поздравил. А мы подумали, уже Новый год прошел. Пришел. Окей, находимся в Калифорнии, но еще 6 часов езды. Мы думали, 8 часов будем ехать, но почему-то, наверное, дороги свободные. Navigation показывает 6 часов 3 минуты. По дороге должны остановиться, дети все голодные, и никто не хочет бананы. Кроме, догадались, нашего бананщика. Бананолюбы. Окей, едем. Решили остановиться
в Mammoth Lakes есть еще одно озеро прекрасное, которое замораживается, и можно на нем кататься. Но поскольку коньки с собой не взяли, просто, может быть, посмотрим на озеро, полюбуемся и поедем дальше. Хочешь? Кофе хочет господин. Детям спрашиваем, что-то хотите. И все говорят, нет, в один голос. А как хотите? И говорит, я бы хотел посмотреть, что у них есть. Но все против. Говорят, что-то сладкое выберешь, съешь, и будет что-то неприятное. Действительно, когда сладкое едят перед выездом, что-то неприятное случается. Ничего не ели бедные голодные дети. Прицелки, да, Кайс, пучур? Нет. Прицелы сели. Инча сюзон? Прицелы. Here, keep the bag back there then. Because I don't want to keep turning around and giving it. Why are not? Be a good Honda dealer. Helpful. Okay. Пришел с пустыми руками. Инчиара? Что случилось? Расскажите аудитории. Персональные причины. Дискриминация? Дискриминировали. А маску затем? Да. Представляете? О, Калифорния. О, да, значит, в Калифорнии нужно закрыть рот и нос. А в Неваде почему-то, не знаю. Значит, разница там есть. Вирусы. Там вируса нет. Ага. Или маленькое количество, да. Может, номера. Всегда мама по телефону разговаривает, говорит, у вас там номера очень большие заболевших. Ты в курсе? Говорю, а зачем мне быть в курсе номеров? Кто знает, кто? Ну, сезон заболеваний. Будьте взрослыми людьми, заболели, вылечитесь. Возможно, это сезон гриппа, ОРВИ, не знаю, любых болезней. Чем мы всегда всю жизнь в этот сезон болели, а сейчас нет. Заболели, сразу из носа немножко потекло, бегут за тестами. Тестируются на все катушки. Хороший бизнес, должны тесты производить. Хочешь? Хотите. Знакомые купили пакет 30-дневных тестов, такие, муж и жена. Заказали по интернету 30 тестов, как будто на месяц, да? 10 тестов. И тестировали на себе. Все тесты просто проверить хотели, что там продается. 10 тестов были позитив, 20, наоборот, негатив. Наоборот, 20 негатив, 10 позитив. Ну, рассчитали, две пачки оба купили, в обоих пачках. 20 раз вы не больны, 10 раз вы больны. Ну, как попадется, да, какой тест сделаете. Anyway, это не важно. Мы двигаемся светлое, безмасочное, безвирусное. Безвирусное невозможно, потому что вирусы всегда были, будут, они нас сопровождают. Некоторые из них укрепляют. Дети должны общаться, болеть, передавать, взять, укрепляться. Это имею в виду. В общем, мы двигаемся в чистое будущее. Поэтому оставляем тесты, место и маски. Кто их сочинил?
кофе, чай, джин, тоник. Мастер кофе захотел. Посмотрим, дадут ему кофе. У него действительно маски нет. Действительно, но когда никого нету, ты один на один, наставлять и заставлять что-то делать, это не очень приятно. Посмотрим здесь, какая удача ему улыбнется. Маленький магазинчик. Джун Лейк, помните, сказала, хотим остановиться по дороге, чтобы дети и ножки затянули немножко. И на красивое такое, но уже замороженное озеро есть. Посмотрим, как выглядит. Сколько часов едем? Уже не важно. Почти 2,5 едем. Это ничего для нас. 5 ехали. Удача, удобно. Именно это флаг показывает. Там, где флаг, люди более, извиняюсь, разумные. Спасибо. Действительно, озеро замороженное. Правильно говорю, не знаю, но увидели люди, немного людей, но некоторые катаются. Но решили не спуститься. Но мастер говорит, в следующий раз возвращаемся именно сюда, с коньками, чтобы дети катались. С клюшками. И с клюшками в хоккей будут играть на озере. Ворота тоже. Ворота принесем. Этого, как называется, человек, который игру контролирует. Арбитр? Арбитр? Да. Рефери. Этого человека тоже с собой возьмем. А мы будем публикой с вами. Будем болеть, кричать. Давай, давай. Я это хорошо делаю. Ну, главное, сами увидели, убедились. Друг Арнака сказал, когда Instagram Stories поставил, говорит, там писал, коньки с собой взял, там Джун Лейк есть, иди покатайся. Да, коньки с собой не взяли, кофе все с собой взяли. Очень холодно, дети не хотят спускаться. Ну и ладно, здесь маленький виллидж, деревушка тоже рядом с озером. И летом здесь прекрасно будет. Давайте на озеро. Ох, все равно не видно здесь. Так что мы сюда вернемся. Уже сами себе обещали. Девочки, вы хотите кофе выпить? Спрашивает наша машина. Да, к девочкам обращалась машина, если спрашиваете, потому что машина женского рода. У него кофе есть. Наверное, долго ездили, Ара, поэтому спрашивают. Остановись, успокойся, кофе выпей. Спасибо, не хотим. У нас есть. Двигаемся дальше.
Здесь одна пекарня. Каждый раз ехали в Mammoth Lake, по дороге останавливались, на обратной дороге останавливались. У них булочки были с изюмом, дети конфеты покупали, печенье покупали. Все было, на наш взгляд, очень вкусно и прекрасно. В прошлом году приехали, но остановились. Очередь была такая длинная, обратно в машину сели и уехали. Сейчас опять остановились. Не знаем, что будет, но хотя бы ножки немножко дети потренируют, потом уже поедем дальше. Эрик Шац Бейкери называется. А вот сам Эрик. Okay. Илит хочет остаться в машине, говорит, я не хочу выпускать детей с братьями. Но братья и сестру одну. Люсин послали в магазин, сами за ними. Сказали, что захотят, купи. Здесь готовые сэндвичи продают. Хлеб на закваске, говорят. Ой, какая очередь на сэндвичи. А, хочу посмотреть, есть ли этот хлеб у них. Мамин Галис говорит, хлеб хочешь купить? Смотрите, здесь первый раз, помнишь, родители, мама с папой привезли разнообразные алый фокаччо, чили чиз фокаччо, луковая фокаччо, все есть, все разнообразное. Ну, как говорится, лучше домашней нету, они уже привыкли к домашнему хлебу. Очень большие очереди. Russian Raisin Pecan Loaf. Это русский пекан лоф с изюмом. Может, купим? Вкусы посмотрим. Не это покупали, такой другой хлебушек был. Они... Что это? Это тоже с изюмом и с орехами. Хлеб не на закваске, уточню, а с рожами. Сначала решила взять и сделать тейстинг, но с рожами не хотим. Это халла бред, знаете. Тоже на дрожжах. Испеку, окей, обещаю, испеку. Хотела купить. Еще хочу мед купить. Wild flower, из диких цветов. Полевых цветов. Это тоже вкусный. Помнишь, муж очень любил. Потом покажу, как он это любит. Это, наверное, не захотят. Давай попробуем cherry strudel. Или с яблоками. Я опять распространяюсь, держите меня. С этими. Это что? Apple cream cheese coffee cake. Все очень свежее. Каждодневные выпечки у них. Где наши дети? Где наши? У кассы. Дети любят cinnamon rolls. Арам, ты что-то хочешь? Побалуемся, все-таки еще праздники. Это дырки доната. Арам, что еще есть? Хачапури. Это тоже возьму. То же самое купила. Clover honey. Это другой. Что еще?
Помогла? Да. И кочегали, Сара? Маленький столик, маленькие стулья и маленькая компания, я и Луян. Донат на газ. Ко? Они донатсы и чурос решили взять. А нам еще почти 4,5 часа ехать. Посмотрим, что будет. Ох, как хорошо, что вышли из машины. Может, Арнак сандвич захочет. Хотя сказал, мам, захотел взять уже в комплекте. Да, они готовые иногда продают. Иногда, по-моему, заказывают. Но с майонезом. Был, не любит майонез. Лильчан, майс процесс? Аркаджан, если луверч. Говорю, это и съешь, и все. Инсталма. Такой свежий. Помнит бутылку? Съешь один? Хамова? Эти младшие здесь не были. Лили, Арнак и Люсин. Но Люсин маленькая была, когда приезжали. Любим это место, кажется. Отдохнули. Ну так. И уходим. Думала, не остановимся. Подозревала. О, кто этот парень? Давайте заберем его. Чипаквум. О, на паквум, окей. Уриванглиш. Спасибо большое. Так все отдупаем. Мусор был в машине, сказали Арнакджан. Раз уж возле мусорного ящика, давай вынеси, пожалуйста. Он так хорошо выносит. И вот такие дела. Так, вот теперь едем. Вода есть. Вода есть. Хочешь? She says they aren't. She's just trying to hide it. Мы не железные. Захотели попробовать. Аджан? Look, we're making such good time. Мужу понравилось. Очень свежий. И у них... нету добавок, поэтому везде написано, наши продукты без добавок, держите все в не в морозильнике, но можно и в морозильнике. В морозильнике actually очень даже лучше держать, долго сохраняются. Очень свежий. С чем? Черри, вишня или черешня? Здесь одно слово для вишни и для черешни. Ну, вишня называют sour cherry. Кислая черешня. Просто жаль, что кофе нету рядом. Но вода есть. Жаль, что машина кофе не предлагает. Так предлагает, как будто сейчас встанет и сварит кофе. Это наше. Арамтам. Колы съесть, помедленнее езжай. Да. Я всегда слежу, на правильной скорости или нет. На всякий случай. Кого-то уже оштрафовали. Ух, мимо прошли. Все, наслаждаемся и больше, кажется, не останавливаемся. 3:34 до дома, милого, сладкого дома. Арка спрашивает, ну кто-то хочет черри струдл попробовать? Арка говорит, нет, не хотим вырвать по дороге. Только что донатсы и чурос съели, этот струдл очень сладкий, видите ли. Уф, довольны, счастливы, благодарны.
Вот и дома. Раз, два, три, четыре, пять с половиной часов и поехали с песней по жизни. Ох, как счастливо. Даже бы сказал home sweet home. О, они уже побежали, маму оставили. Уверена, только муж стоит, ждет. Арам в самом конце. Мы будем друг друга только ждать. У нас... Ой, с фокуса упали. Но на автоматическом фокусе. Видишь, из машины вышла. Акинетян, вы возвращаетесь в фокус. Но мы возвратились домой. Сейчас дома попрощаемся и продвинемся дальше. И дождик пошел. Это к счастью, это к чему? Это к дождю. Ох, какой воздух хороший, теплый. Я вам и славила нога. Соскучились по нашей погоде. Извиняемся, конечно. 5 дней снега для нас достаточно, даже больше, чем достаточно. Ох, иди. Здесь еще стоят. Елочка стоит и ждет. Сын соскучился. Обнимает столбы. Ну, это очень счастлив, что дома. Конечно, счастливы. Все на месте, все на месте. Все, с вами попрощаюсь. Поблагодарю, как всегда, за вашу дружбу, за то, что вы всегда с нами, всегда сопровождаете. Ох, за ваши добрые, хорошие слова. Удем и за вашу любовь. Говорит, я соскучился по маме. Окей, guys, can you say до свидания? До свидания. До свидания. Люси, can you say до свидания? I'm so happy that we're back home. Удем. Увидимся, встретимся. Поцелуйчики. Ох, здесь лава. Зачем это?